наша замечательная, потому что мы рады снова видеться с вами. Стартап-шоу Сані Лавіка. І далі у нас много. І далі у нас. Не відкладай на завтра те, чим можна надихатися вже сьогодні. Круті ідеї, фантастичні гаджети та секрети успішних людей. Все це прямо зараз у стартап-шоу з Нескафе Три в одному. І так, самая дорогая в мире коллекция автомобилей. Найменше у світі самокат. Як создать успішний бренд аксесуарів і завоювати європейський ринок? Об этом нам рассказывают прекрасные наши гости, которые ожидают уже общения с вами. Даша Озарянко – засновниця бренду «Озарянко Бекс». Це шкіряні сумки, клатчі та рюкзаки індивідуального крою з авторськими малюнками. За освітою – мистецтвознавець. Заради проекту дівчина відмовилася від високооплачуваної роботи. Привет, Даша, тебе. Доброго дня. Здравствуйте. Слушай, ну, приятно очень видеть тебя в таком сумчатом настроении. Все-таки у нас сегодня среда. Да. У нас взагалі так тут сумчата родина, тому що я обожнюю сумки, постійно їх з собою таскаю, тому що це рюкзаки, тому що туди можна скласти усі свої гаджети, і вони будуть там відмінно себе відчувати. А також ти постійно бачу також із берегом. Конечно, это жизнь такая рюкзачная. Скажи, пожалуйста, чем в самом начале ты рисковала, когда создавала свой стартап? Рисковала, наверное, неправильно подобранное слово. Нужно влюбиться в то, что ты делаешь, и ты уже не чувствуешь рисков. Ты просто видишь, что нужно делать, и делаешь, и не оглядываешься. Как получилось, что именно вот в искусствоведении твоим холсты твоего творчества стали не обычные бумажные, а рюкзачные или сумочные, и полотна вообще такие необычные? Для того, чтобы сделать что-то хорошее, интересное, нужно сделать то, что никто раньше не делал. И в этом случае я расписывала, правда, все, что попадалось под руку. Это было дерево, джинс, я не помню, там стекло, абсолютно все материалы, а потом мне попалась кожа. И я поняла, что из кожи можно, помимо того, что ее расписать, сделать конечный продукт и предложить людям. Ну, вообще, сказать про те рюкзаки, которые сейчас находятся на столе, чем они отличаются от других рюкзаков, которые мы можем купить, например, в супермаркете? Итак, это джинсовый рюкзак с кожаными вставками. Кожа вставляется на все моменты, которые идут с нагрузкой. То есть гарантия того, что они не разлезутся. Это очень важно, но при этом они вроде как бы интересные остаются. Потому что в супермаркете все-таки берут полиэстер какой-то там прокрашенный, и оно реально не очень интересно смотрится. Кожаные рюкзаки, они вечные, правда. У меня такой один большой, я его 3 года ношу, с ним ничего не произошло. На лето вот... Все відбувається на цене. Хочу сказать про цену. От минимума до максимума можешь поведомить? Ну, минимум, если это идут клатчи кожаные, это 1350 гривен. Также есть какие-то маленькие тикет-кейсы 800 гривен. То есть, в принципе, все зависит от потребностей. Если есть желание купить изделие и долго с ним проходить, то есть смысл вложить чуть больше. А еще вот... я знаю, что дуже важко доглядати за шкірою. Тобто, як можна доглядати, наприклад, за цим жовтим рюкзачком и скільки він буде коштувати? Идеальный вопрос, потому что долго думала, какую брать кожу. Она, во-первых, фактурная и специально обработанная. Достаточно просто протереть влажной тряпкой. Насколько я понимаю, сам подобный рюкзак девушке сделать очень сложно. Ты же не делаешь их самостоятельно? Нет, у меня есть производство, я умею их шить, но это большая команда должна участвовать. Это не один человек садится и шьет. Я так разумею, что только в одном экземпляре можно найти один рюкзак. По большому счету, да. А еще лайка приходит и говорит, я хочу такой самый, как у Сані, жовтенький або рожевый. То что вы будете делать? Если это возможно каким-то образом повторить, и это не была какая-то совсем капсульная коллекция с ручной росписи именно под этого человека, то я ищу возможное повторение материалов. Но материалы заканчиваются буквально там, у нас сезон закончился в мае летней кожи, и вот все, что сейчас я докупала, это я связывалась напрямую с производителями кожи и выпрашивала, чтобы они мне делали. А это Турция, Испания, которая... Италии, они не понимают, зачем они должны мне что-то доготавливать. Не было такого, что шьешь рюкзак, а получается даже не клатч, а кошелечек. Вот у меня так и было, когда в детстве вязала. Нет, такое платье, получался шарф всегда. Такие моменты бывают, но опять-таки на каждом этапе ты можешь что-то исправить. Или вернуться на один этап назад. То есть посмотреть, с какого момента у тебя что-то пошло не так, и вернуться на тот этап. Какие надзвичайні материалы ты использовала для того, чтобы сделать цікавий бэк? Даже не знаю. Пластик, все, можливо, залізо.
Нет, такого не было, но сейчас, да, рассматриваем вариант пластиковых вставок интересных, но это такое же. Вот, и сейчас еще есть вариант с кружевом, но это такое, забегаем тизер на то, что будет скоро. А прозорые рюкзаки у вас есть, полностью прозорые? Нет, нет, и я пока не планирую. И правильно, потому что иногда смотреть, что у девушки в рюкзаке, просто страшно, а если он еще и прозрачный. Для жизни. Слушайте, мы перейдем к рюкзачной жизни буквально вот ровно через час, поэтому оставь свои секреты еще на потом. Час пішов, і ми зовсім скоро дізнаємося, які кошти потрібні, щоб започаткувати бренд аксесуарів. Як українські авторські сумочки завойовують Париж, між прочим. А взагалі ми вам розкажемо і повідомимо. Пролітаючий фударт. Да, просто будьте з нами через час, у нас багато всього дуже цікавого.